Да. Это же надо так откровенно, так цинично и так жестоко. Здесь беженцы прятались в драмтеатре. Там осталось под завалами больше 1000 мертвых людей, которые сбежали с окраин города в надежде, что их пощадят. Они просто хотели выжить. Они просто сидели. Старики, женщины, дети, мужчины. Да какая разница? Просто люди. Они просто сбежали от бомбежки. Вот. Блять. Вот, блять. Сука, ты, Вадик Бойченко, мэр народный, ебаный, блядь. Ты ни одного бомбоубежища приличного за 8 лет Василий войны. Василий Бойченко за охеренный сквер. Вот, да. Нам теперь тут очень комфортно, очень... уютно и очень весело. Ты, сука, не сделал ни одного бомбоубежища, чтобы люди могли спрятаться. Ты сам, сука, съебался отсюда. В первые дни, позорный шакал. Вадик, приедешь в наш город, будешь висеть на драмтеатре. Я не буду видео. Говори просто, чтобы было видно, слышно. Еще пару раз добавили потом. Пометочки? Какими-то более мелкими снарядами добавили, и оно дополнительно горело. Когда на землю бегаешь, идиот. Вот такие витамины мы добавили. Сука. Бегает, блядь. Это я тоже засняла, Саш. Как-то обо мне волнуешься. Волнуюсь. Ты знаешь, волнуешься. Нахера. Побежали отсюда! Бежи, бежи, бежи. Закрой голову. Самолет! Саша! Страшно! Снимаешь? Да! Вот он, русский мир, ребята. Желаю каждому русскому городу такую участь. Пидорасы, блядь. Вспомните, что такое война, блядь, что такое фашисты. Господи мой, мамочка, Анечка. Мамочка! Мамочка, Анечка. Боженька. Боженька, мамочка, Анечка, спасите. Мамочка, Анечка, боженька, спасите. Мамочка, боженька, Анечка, спасите. Сука. Успокойся. Тварь. И так каждый день. Сука, и так по 50 раз в день. Как мне это все запиздило уже.